Сообщением Санкт-Петербург-Челябинск находится на пятом пути главного направления. Скорый поезд номер 146 сообщением Санкт-Петербург-Челябинск находится на пятом пути главного направления. Выход к поезду через тоннель. Скорый поезд номер 110 сообщением Москва-Новую Уренгу прибывает на четвертый путь главного направления. Скорый поезд номер 110 сообщение Москва-Новую Уренгу прибывает на четвертый путь главного направления. Выход к поезду через тоннель. Нумерация вагонов начинается с хвоста состава.